Представьте себе почтовое отделение для космоса. Именно этим и занимается компания NanoRex, расположенная прямо в нескольких шагах от космического центра имени Джонсона в Хьюстоне. За определенную сумму NanoRex может помочь практически любому, где бы он ни был, отправить коробку с грузом на Международную космическую станцию. Мы хотим упростить доступ к космосу. Для меня очень важна возможность участия в этой работе как можно большего числа стран. В списке клиентов компании и Университет Вьетнама, и Институты Восточной Европы и Перу. NanoRex уже помогла клиентам из 30 стран послать их экспериментальное оборудование или спутники в космос. Один из новых клиентов, представитель Технологического института Пекина, стал первым в Китае ученым, отправившим посылку из Китая на Международную космическую станцию. Они хотели провести эксперимент с ДНК и исследовать мутации в условиях микрогравитации. Выполнение этого заказа было сопряжено с рядом трудностей, поскольку федеральное законодательство США запрещает НАСА напрямую сотрудничать с Китаем. Сначала мы обратились с письмом в администрацию Обамы. Руководство страны хотело убедиться в том, что у груза не было связи с военными Китая. Только через 2 года NanoRex получила разрешение на доставку от американских законодателей и всех членов команды Международной космической станции. Нам поставили условия: никакой передачи технологий, никакой технологической поддержки эксперимента с Земли. Мы нашли интересное решение, предложив выполнить эксперимент без связи с сетью данных. Что мы сделали? Мы разъединили наши кабели связи и ввели источник питания. Контейнер с автономным китайским экспериментом провел на МКС почти 3 недели и вернулся на Землю. С научной точки зрения, мы, ученые, хотели бы иметь как можно больше партнеров. Но есть и вопросы, о которых мы не думаем. Так, например, большая часть космической программы Китая находится в ведении военных. Тем временем в США космос постепенно превращается в большой бизнес. Федеральные средства все чаще перенаправляются в космическую коммерческую транспортную программу. Исследовать космос в одиночку невозможно. Американское правительство не справится без американского частного сектора, а Америка не справится без международных коллег. Это слишком дорого, а сама программа рассчитана на многие десятилетия. Руководители таких компаний, как NanoRex, прогнозируют глобализацию космоса в будущем.